Здравствуйте, меня зовут Бальчинес Ольга, я дефектолог. В 9 месяцев ребенок уже активно ползает. Нужно обратить внимание, как это происходит, чтобы это были перекрестные движения. Правая рука, левая нога и наоборот, левая рука, правая нога. Очень важно помочь ребенку, научить ребенка ползать правильно. А также в этом возрасте уже в 9 месяцев у ребенка формируется мелкая моторика. Мелкая моторика в виде чего? Да, в виде игры. Ребенок научается, пробует, учится ставить кубик на кубик, да, выстраивание какой-то определенной пирамидки из простых предметов. Это дифференцированные движения, это общая моторика, это мелкая моторика, это глазодвигательная координация, это ощущение себя в пространстве, да, это низкий, высокий, то есть очень много процессов в игре уже в этом возрасте у ребенка развивается. Уже в этом возрасте активно подражает взрослым, учит новые слоги, да, уже учит, запоминает, как реагировать на определенные фразы, да, когда к нему обращаются, то есть уже, в принципе, понимание фразовой речи. Также в этом возрасте ребенок услышит, услышит такую фразу: «Ой, ты такой большой», он уже поднимает ручки, показывает: «Да, я вот такой большой», да, это понимание обращенной речи, да, это не только про интеллект, самое главное — понимание обращенной речи. 9 месяцев. Также в этом возрасте ребенок все еще пока предпочитает играть со взрослыми, подражая действиям взрослых. А ребенок копирует какие-то бытовые навыки, что делает мама дома, что делает папа дома. Он уже может хватать, кидать игрушки, толкать игрушки. У ребенка уже могут сформироваться, да, там свои какие-то любимые пристрастия. Любимая музыка, да, уже на любимую музыку, какую-то на любимые звуки может выдавать реакцию такую, как пританцовывает, да, если он слышал какую-то знакомую музыку, которая ему нравится, вот такие вот пританцовывающие движения очень замечательные, забавные. Ребенок может жевать отламывать кусочки от полутвердой пищи, да, таких как хлебушек, там булочка, бананчик, мягкий овощ, да, сам отломить и взять в ротик скушать. Да. Это из элементов формирования навыков самообслуживания. Будет очень интересно, глаза закройте и попробуйте достать до носа, только не подглядывать. Глазки закрыли и пальчиком дотроньтесь. Нет, язык-то спрячьте. Пальцем дотроньтесь до носа с закрытыми глазами. Нос, потолок, пол, нос, потолок, нос. Да какой нос? Ага. Давайте дальше. Нос. Нос. Пол. Потолок. Чувствуете, да, что Уля запуталась? Носом можно дышать. Чувствуете, как они прям щеки раздуваются? И еще раз. Сейчас моя любимая, когда нужно улыбаться и держать такую улыбку долго. Чтобы весь день потом улыбаться. Покажи зубы себе. Вот так, чтобы зубы показать. А потом как целуемся губы в трубочку и тоже держим. И давайте на губы оближем. И держи. Белла, 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 белла. Сложно, да? Ничего, вроде как получается. Тогда у нас еще чистим зубы. Я думаю, что у нас это получится, уже взрослые, по-любому получится. Зубы чистят обычно зубной щеткой, но можно иногда и языком, да? Вот так, смотрите. А потом нижние. Только на язык надо пасту. Ага.
Так же, как губы облизывают, только зубы. А потом изнутри. Угу. Вот видишь, да, надо понимать, где там что находится, ощупывать языком. Давай, давай, давай. Есения, дуй. Покажи, как. Я сейчас подам. Аделина, давай, дуй. Руку перед собой, Тима. Приготовились, носиком воздух берем. И дуй. Тима, дуй. Сейчас я каждому подойду, чтобы вы еще щеки не надували. И еще раз дуй. Отлично. Всем привет! Поиграть и проверить развитие общей и мелкой моторики у своего ребенка можно смело с 1,5 лет. Как? Вместе маршируйте подсчет, попрыгайте на 2 ногах, постукивайте щепотками пальцев и поочередно ударяйте ребрами прямых ладоней по столу. И будет вам веселье и польза! Ананас, апельсин, абрикос, мандарин, фрукты. Попугай, воробей, пеликан, соловей, птицы. Самолет, пароход, вертолет, вездеход, транспорт. Лисица, леопард, пантера, ягуар, звери. Мандарин, апельсин, банан. Я люблю банан. Да. Что еще? Персик, фрукты. Так, машина. Нет. Самолет, поезд. Электричка, транспорт. Можно так еще поиграть. Возьмите свой волшебный мешок или коробку. Поместите туда свои самые любимые старые игрушки. Закройте глаза, не подглядывайте. Засуньте в мешок руку, нащупайте игрушку и скажите, какая она? Что это такое у вас в руке? Что-то резиновое, колючее, круглое? Да это же мяч! Так, а сейчас что ты трогаешь? Какой это предмет? Деревянный? Такой длинный, длинный, как гусеница. А сейчас что ты трогаешь? Какой это предмет? Что у него есть? Что это? Это кубик. Квадратный, деревянный куб. Есть лапки, крылья. Да, это муха. Кажется, это муха. Какая же, ребята, у вас отличная память и хороший словарный запас. Данил, руку засовывай. Щупай, что там? Что там такое? Что это? Скажи, что это? Какое оно? А? Круглое? Резиновый? С иголками? Это мяч! Круглый, резиновый, с иголками, Алексия. Давай ищи, ищи, что у тебя там в руках? Мягкое, большое, пушистое. Это игрушка мягкая. Это тигр. Кто там? Мирослав, кто там? Трогай, щупай, кто там? А? Прямоугольное, железное, с колесами, ребята. Да это же машина! Это машина у Мирослава. Что там? Это что-то пластиковое, сейчас я пойму. Пластиковое еще какое оно? А формы какой? Круглый, квадратный, какой? Похож на фигню. Думаешь, это какое-то животное? Потрогай, какие сейчас. Уши, какой нос. Нельзя доставать. Подожди пока. Описывай, какой он? А? У него нос какой. Уши какие. Кто это? И кто это, ребята? Это овечка. Это коза. Посмотри, какие рога у козы. Копыта. Колючка. Колючая. Так, еще какой формы? Ёжик. Ёжик, думаешь, это? Какой? Он круглый? Круглый, да? Это мяч. Детки из частного детского сада «Планета детей» очень старательно выполняют все упражнения. Всем по мороженому. Тем более лето, тем более это будет стимулировать органы артикуляционного аппарата. Разрешайте детям облизывать ягоды, губы, оречевляйте процесс еды, что ребенок кушает, какой запах и вкус. Если вы кормите грудью, пойте спокойные песенки и потешки. Пусть наши семьи будут крепкими и здоровыми.